Привет, YouTube. Пора покушать. Ужин. Хотел сказать, поздний, нормальный. Сахалинские пельмени нашли. В секретном магазине, ё-моё. Из Киты. Пельмени из Киты. 170 килокалорий. Больше 500 рублей за килограмм. Вода кипит. Она нас торопит прям. Нам понадобится что? Соль, масло, тара какая-либо, вода, кипяток. Примерно вот так подсаливаем. Пересолить их сложно, потому что ты понимаешь, ты же их вынешь из воды потом. Посолили и берем в руки наши пельмешки. Хотите, по-домашнему написано тут. Надеюсь, как сахалинские будут. Очень хочу вкусить вкус Сахалина из детства. Но я не знаю, они на Сахалине были машинные, лепки такие кругленькие прям. Видишь, он где подает ножницы? Кругленькие, как кружочки. Очень аккуратные. А эти вот, я бы сказал, больше похожи на ручную лепку какую-то. Ну и засыпаем. Воду подсолили. Погружаем все полкило сюда. На килограмм у нас деньгов нету. Купили полкило. Не отходи, его сразу возмешать надо обязательно. И стой помешивай, потому что... Что? Перелипнут, ё-моё. Максимальный огонь ставлю. Дыр дырочками вот сюда накрываю. В сотейнике готовим. Очень удобно. В то же время. Масло сливочное традиционное. Традиционно новодельное, я бы сказал. Я бы добавил там новодельное, потому что откуда нахрен то самое крестьянское масло из 90-х может взяться. Пельмени маслом не испортишь. Нет, все-таки возьмем нэш. Пофеншуй, чтобы все было. Вот такой кусочек отрезаем, я поделю его еще на три части, чтобы быстрее разошлось. Нож, сейчас кто-то придет, вурдалак какой-нибудь. Всегда в варенике, пельмени должно, блин, присутствовать масло. Ну, спред или мангарин, хрен с ним. Где сейчас масло возьмешь? Дальше-то. Упал и давай валяться, видел, как давай валяться он, ё-моё? Подлец такой. Шумовка. Кстати, кто знает, как еще этот аппарат называется? Шумовка, весло с дырками, как она, как-то, у нее еще одно название есть. Гилет, скелет, блин. Надо помешивать, чтобы не перелипли. Бесценнейшие пельмени, больше 500 рублей за килограмм, но это охренеть не можно. Рыбой пока не пахнет, написано из Киты. Сплыли, что там варить? Ну, минут 12-15, но сплыли. 7-3. Думаешь? Нет. Да. Любовь Геннадьевна так думает, а я вот думаю по-другому. Сплыли 1-2 максимум минуты и все, можешь снимать. Тем более из рыбы. Это же не свинина вонючая, которая грязное мясо свиное. Киту можно сырую есть, ё-моё. Это же рыба. Морская причем, ё-моё. Не обокая. Это не речная глистатая тебе. В морской рыбе глистов не бывает априори. Вообще, в принципе, вообще не бывает. Ее можно все, что в море есть, я говорю, можно сырым возъедать, ё-моё. Особенно... Что касаемо всяких там гребешков, его вскрыл, капнул лимончиком, раз, она такая сократилась. Короче говоря, мы нашли магазин вот этот совершенный, и мы тебя будем угощать. Правда? Ну, ты виртуально будешь угощаться, а мы физически. Попробуем из Киты пельмени, из осьминога, из акулы, из щуки. Из карпа. Короче, вот такой волшебный магазин нашли. Название которых я не скажу тебе, а то вдруг придешь, сейчас купишь нафиг весь контент. Отберешь у меня. Но если сильно захочешь, можешь и скажем. Время 6 часов. Понюхать. Пахнет как будто маслом. Но оно и выглядит как мясо, вот допустим, соевое, блин, и пахнет как будто бы. У нас сейчас как будто бы все. Соевый продукт, мясной продукт, какой, молочный продукт. Все это непонятно из чего и как сделано. Во! Тесто мне нравится. Очень часто варю правильно все. От слова правило. Правильно. Но раскисаю. Почему? Потому что недобросовестные производители забывают яйца положить, покласть, положить туда тесто. А тут я вижу, они даже маленько желтые. Ну хотя они не сильно желтые, но они не раскисают. Пельмени, если правильно варишь, они обязаны всплыть. Даже если долго ты будешь варить их, они расклеиваться не должны ни в коем случае. Ни в коем разе, ё-моё. Вот такой АСМР, послушай, как кипят. Сахалинские пельмени. Очень надеюсь на это.
Я буквально страдаю, прям физически, не только эмоционально, от того, что хочу пельмени с Сахалина. Но я еще раз говорю, что это как они как ручной лепки. Хотя я не знаю, как это красиво слепить можно их. Может, машины сейчас лепят так, что они как будто ручной, но на самом деле маломашинные, потому что идеальные пельмени, идеальная лепка. А на Сахалине были они вот такие, снизу плоские, а тут такой кругленький, как в этой хреновине, как она, пельменница, или не знаю, как она называлась, штука эта. Еще не использовали, так что рано еще. Ну, еще раз возьму хоть. Пельмени просто пахнет. Может, забыли рыбу покласть туда? Маленько уберу. Сильно бульон. Ну, как будто это жирный бульончик. Его хоть выливай потом, жалко выливать, блин. За 500-то с лихом рублей, ё-моё. Это тебе нахрен не шайнички стало мамки тырить, блин. Ну, блин, это знаешь, что обидно? Я, может, уже говорил об этом. Вот хотели мы съездить куда-то, куда-нибудь. Я хотел на Сахалин, но дело в том, что тогда, когда в Таиланд была путевка 19 тысяч, на Сахалин она была 40, твою дивизию. Что? Почему так, нахрен? По России, блядь, такие цены, я не понимаю. Со своих же дерут, нахрен, три шкуры. Поэтому вот так и будем жить. Как аборигены, нахрен. Вот, они разбухли, опухли, пельмени толстые, здоровые стали такие вот. Вот какие толстые. И всплыли практически все. Еще 2 минуты, и можно снимать. Тесто-то стопудово сварилось уже. А рыба, я тебе уже сказал, ее кушать можно сырую. Никаких остриц, никаких глистов, как тебе там обещают, не будет никогда в жизни. Якуты всю жизнь строганину жрут. И не только рыбу нафиг, а оленину строганную. И ничем что-то не болеют. А тебе вот внушили, и ты, о, я сейчас заболею, так, сейчас у меня все будет. Вот оно так и случается. Все есть сознание, все есть твоя мысль. Что себе надумаем, то, блин, это... Поэтому нас приучили думать неправильно. А большинство из нас это биороботы, которых вообще отучили думать. Они вот встал, кофе попил, в бой, на работу. День проходит, он даже не помнит, что в течение дня случилось. Он приходит, спать лег, чтобы утром встать опять. И для чего? Хотел сказать, что у нас рабская оплата труда. Вот раба раньше содержали, его кормили, одевали. Нам хватает денег, чтобы тупо пожрать и одеться кое-как, как-нибудь, хоть как-то. Поэтому в прямом смысле у нас рабская оплата труда, по большому счету. Все, вынимаем, братцы, выключаем воду. А, такие! Они здоровые стали, несколько раз увеличились в объеме. Это просто у нас волшебный горшочек, тут все увеличивается. И становится больше. Это мне Дед Мороз как нищеброду последнему крестьянскому подарил. Говорит, у вас ни хрена вечером придешь, пожрать нечего. На тебе волшебный горшочек, чтобы я пришел в следующий раз в новом году. Ты меня с него накормил. Вот такой объем у нас получился. Это убираем, ибо нафига нам оно. И, ну, помешаем так. Вообще, мы раньше делали другую чашку, одевали на эту чашку и трясли. И очень хорошо все перемешивалось. Пахнет пельменями просто. Почему-то, понюхай. Не рыбными, не китовыми. Пельменями с маслом. Просто пельменями. Вот да. Такой таз у нас получился из 0,5 килограмма. В волшебном горшочке, блин. Это что тебе, шутки что ли? Ну, что, давайте попробуем, наверное, Льва Геннадьевна. Да. Ну-ка, все. Расходы материала убираем. Вот это я не люблю. Вот вытереть мне надо. Чтобы чисто было и красиво. Не могу так есть по-другому. Всем-то кушать полезного аппетита? Нет. Сначала мы сделаем кое-что. Мы возьмем один пельмень. Так покладем его. Возьмем якут от Льва Филатова, самого лучшего кузнеца. И посмотрим на структуру пельменя. Вот такое у нас находится тут дело. Тебе же интересно будет заглянуть, что там есть внутри. Что мы будем есть вообще? Что, рыба, не рыба? А как будто с чем-то. Да похоже на рыбу по цвету. По цвету рыба. Возьмем целый пельмень снизу, прям горяченький. Всем такой же полезный птица? Да я этот буду. Пожалуй, похож на сахалинские.
Ну, ты же понимаешь, что я не могу вернуть те ощущения и те чувства, которые я испытывал, будучи ребенком, когда я их возъедал. Мне кажется, это... Тона. Горбуша. Да? Угу. Да, горбуша кита, она одного семейства. Ну, вкусно? Угу. Вкусно! Когда-нибудь сделаем свои, ребятки. Я давно думаю, очень давно. Но я как гляну на эту... Ценник на эту рыбину, я просто поплопаю. Чтобы на гриле сделать, хотя бы вот одну рыбинку взять, она 1006 обойдется, этот рецептик нахрен. У нас таких возможностей нема. Вот такая тема. Видишь, какие они все красивенькие стали в масле и друг от друга дискретные, короче говоря. Да это вкусно, мы сейчас возъедать будем, время уже ужин. А мы еще маковой росинки не было в броке в нашем. Ну, вот такие дела. Всплыли минута, даже минуту. И все, и хватит, потому что это рыба. Тем более морская. 5 варили. Что, 5 минут? Да. Ну, я говорю, это... Что ее варить там, рыбу? Чтобы вообще все выварить, чтобы ничего полезного не осталось. Всплыли просто минута, и все, и снимай. И вот и все, и все дела. Мы еще тебе будем вещать. Будем с щукой, чем там еще будет? С щукой, с сазаном, да, пельмени? Uh-huh. С щукой, с сазаном, это сразу я тебе говорю, что стопудово будут. По-моему, там даже с кальмаром были. Короче, жди. Отдельный плейлист я не буду делать. Но вот такие видосы будут посещать наш канал. Но пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя, следи, здоровья всем. Севинара. Пу-пу. Пока не остыли. Uh-huh. Вот такая тема. Красота. Полкило. А килограмм больше 500 с лихуем. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.